Лида, не скачи. Не скачи. Прыгаешь, блин, от радости. Ну не прыгай, как я тебя буду гладить? Как я тебя гладить буду? Тихо. Успокойся, блин. Успокойся, говорю. Ой, чудушка, ну вот как я тебя буду гладить, когда ты прыгаешь, а? Она у нас сумасшедшая. Все время от радости так прыгать не получается ее погладить. Ну, короче, дорогие друзья, я в деревне. И я должен поздравить вас с Рождеством. В этот светлый праздник, надеюсь, у вас дома все в порядке. И вы имеете возможность собраться вместе, чтобы всей семьей провести вечер. А я нахожусь сейчас в деревне. Вернусь где-то в понедельник и постараюсь для вас, конечно, записать видео. А сейчас мне вот родители утром написали, что они там болеют, и поэтому еще два денька мне надо здесь побыть, в деревне. Ну и что я, собственно говоря, сделаю. А сейчас я вам покажу пока нашу снежную деревню. Тут просто завалило все снегом, конечно. Я в таких вот огромных сапогах, чтобы не... Так, батут разобрали осенью еще, бассейн тоже. Качели вот остались. Хотя на качелях кто сейчас будет качаться? Тоже. Снег. С гаража надо убирать снег. Там было бы неплохо убрать снег. О, как же здесь много снега. А на теплицах уже опять снег появился. Только вчера убрал снег с теплицы, а уже опять появился снег на теплице. А там у нас курочки. Они на улицу сейчас не выходят по понятным причинам. Она до сих пор прыгает там. А, птичка летит. Еще птичка летит. Что там, птички что ли? Лида, там птички что ли летают? Зубами щелкать, птички туда залетели. Ну, короче, курочки там. Давайте сходим туда посмотрим. Ой, господи, дерево как мешающееся это. Вот весь снег, который я повалил вчера. А он опять тут появился. Но это немного. Надо... Вот так вот легко он чистится. Давайте там то же самое сделаем. Именно так я вчера и снег тут чистил тоже. Здесь все в снегу. Тут что-то валяется под ногами, а я не вижу из-за снега. Грядки завалило, теплицы все завалило. Такие вот дела. Там кошка похоронена где-то моя. Уже говорил много раз про это. Ну, в общем, такие вот дела. Еще раз всех с Рождеством. Постараюсь в понедельник или во вторник записать для вас видео. Уже вернуться, так сказать, к записи. Ну а пока что всем пока. Хороших выходных, которые остались.